И всем привет, дорогие друзья, сегодня продолжаю проходить такую игру, как Don't Starve. Погнали. Итак. Я так понимаю, нужно сделать трость. Точнее, мне писали. Но вот что-то проблем с ней больше, с этой тростью. Так что я думаю, и без нее прекрасно справлюсь. Да. Думаю, это будет возможно. Да и в принципе, тут я нигде не находил этих. О, хорошо, может, щупальцу мне еще убьете. Давай, ты. Никто не видел. Блин. Все, шкура свина. Надеюсь, его там завалили. О, еще. Хорош. Еще плюс одна. Шипы, щупальца. Во, отлично. Вот оно, дерево наше. Че бы выбросить только? О, давайте вот это съедим. Листья полностью. Зато хпшки будут, кстати. Хп. Бревна. Деревья тут. Нет, я подумал, это след куала слона. Все ясно. Близок к дому. Будет смешно, если я сдохну. Прям же у дома. Давай, он близок. Дом мой. Все, я дома. Где хилки? Вот он. Первая. Вторая хилка. Третья, четвертая и пятая. Все, хорош. Давайте сейчас сделаем себе еще мясную похлебку. Значит, вот сюда. Тут надо мясо монстра. Вот, давайте еще эти лепестки съедим. Съедаем их все полностью. Все. Давайте возьмем мясо монстра. И положим. Пусть оно готовится. Готовить. Давайте это высушим. Возьмем нашу мясную похлебочку. Положим ее хранить. Вот, она чуть-чуть прибавила. Давай-то догорай быстрей. Вот. Берем целую и кладем. Вот, чуть-чуть прибавил. Давайте ее и съедим. Не, короче, нехороший вкус, он нам говорит. На нехороший вкус. Не, ну что мы сделали за эту серию? Сделали все очень-очень круто. Практически избавились от всех черных штук на болоте. Это было сделать, конечно, максимально тяжело. По-моему, мы с вами всю карту изучили. Практически всю карту. Вот вы посмотрите. Здесь все. Ну, здесь еще немного. Короче, в следующей серии будем до конца всю карту изучать. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.